Оперативная обстановка на территории Амурского муниципального района с 5 по 11 марта 2018 года. Происшествие. Со 2 по 6 марта было прекращено автотранспортное движение на ледовой переправе город Амурск, село Вознесенское, связанное с воздействием метеорологических явлений. Пожары в поселениях. 5 марта в городе Амурске около дома номер 30 по проспекту Мира произошло загорание мусора на контейнерной площадке на площади 3 квадратных метра. В поселениях района произошло пожаров и загораний одно, из них в городе Амурске одно, все пожары ликвидированы силами противопожарной службы.